Тролль по кстати, тоже норм. Еще линию выиграет, кента. Да, может, дефолтом троллям взять, типа, чего. Тролль же сильный герой. Себе беру тролля, поставьте мне паузу. У меня, короче, сейчас вообще-то нереально совещание, просто 15 минут на минимум. Совещание? Да. Какое нахуй совещание, или 15 часов на очередь? Ну, человек усрать захотелось, что-то такое. Короче, ему бумаги подписать пошел, я понял. Он пошел срать. Да нет, охуенно его распекали, короче, мне нравится. Да нет, китайский пик, нормально. Только, единственный герой, который меня насрет, что это Найкс, но они его не возьмут, мне кажется. Мне нужен. Ну, у них чел вообще, кстати, форсит Найкс, я помню, Пашка, почел в паблике играл в него. Да впадло на Найкс произведет. Я думал, там будет вообще. МК вообще ничего не делает. Но они довольно-таки алына убит. А мы не можем пойти трипой просто насрать на них, блядь, и поставить... Можем. И башку поставить один в один, пусть да. И пускай говно ест. Так, а ты поймешь, как у тебя трицепс на алку? А вы видели, что Марс гривастый, короче? Что еще раз? Марс гривастый, говорю, видели, нет? Да. Ебать, у тебя трапеция в норме. Я вот сейчас... Так Марс вообще охуевший ферзь, если что. Но он... Смотри, Росик, какой накачан. Ну, бля, у него красивое тело, безусловно. Как у тебя? Плечи, да, охуевшие? Ну, у него плечи его нереально, широкие плечи, и грудь охуевшая. У него нехуевые, ну он копье кидает, писать там можно. Мне кажется, я бы так копье еле поднял двумя руками, а ему похуй. Фу, ебать, ДПК некрасивая. В смысле, я наоборот ее одел, вот мне так красиво, у меня вся морда есть, мне она была охуенно. Чисто блядина какая-то, блядь. Охуенная, блядь, охуенные ножки, блядь, тоненькие, блядь, топчик, блядь. Ну чё, Саня, найдёшься в Беларуси, блядь, и с тонкими, худыми ножками, блядь. Саня, напомни одно, у всех разрез одинаковый. Глаз? Ну я не знаю. А уверен, что штрипла сильнее хотела? Бог. Да у них хуёвый герой, МК нихуя не делает трипл. Хуёвый, да, но у вас обник, блядь. Да, да, то что. А ну... Хотя, бля, наверное, Марс плюс Рубик супер хорошо отстоят против... Да. Они... Конечно, короче, МК 2-2. Не герой, это что, на изделии? Давайте 2-2 тогда. Я не знаю, не хочу сентри покупать, хочу мангу. Чуть-чуть 4 танка мангу. Просто не хочу сентри. Так, надо паузу поставить для Илюхи. Да, человек похож. Хуя Белони, блять, 11-1 прошло. Ну он такой, он серьезный оппонент, ты к нему это отнесись с уважением. Да я, да. Не хухры-мухры, блядь. А чё, как я понимаю, боту не делают, да, НДП? Нет, не нужен. Делают фейзы, там 2-0, йоу. 2-0, капли, стики. Ну да. Фейзы, йоу. Можешь брать резать, если хочешь, вместо 0. Да, кстати, но я специально вторую циркулетку взял, чтобы бросак взять. Юл, я не знаю, можешь делать. Ну, он заебись тут в целом. Не-не-не, нет смысла против что-то делать. Ну, ты можешь Виндран снимать, можешь стаки МК снимать, даже если на себя не завязаешь с манреген. Можешь, а да, Аганим зарашить. Можешь Аганим зарашить. Я думаю просто зарашить Аганим с Саурингом. Вот. Или с батлом. Да, баллон можешь взять, если не будешь. Типа нужен по-любому какую-то смотку на манерген. Сейчас я на скин оденусь. Нужен Влад, братан, да, нам нужен. Че, лох тут или отошел? У него важное совещание. В туалете, я так понимаю. Бля, у них все герои хуёвые против Марса. БР-ки да. Сложно без БКБ вообще, я не знаю. Башка, я смотрел за твоим массом, вижу, что ты ранее Соринг не рейдишь. Почему? Да делал, не знаю. Я просто забываю иногда. Как Соринг, вообще... он берет брейсер, потом Соринг. Без тапка. Кто? На фоне, да. Там Дэнди проебал, походу, 25к проебывает. Да. Кто? Дэнди проебывает. Янг. Янг? Он по-разному, я смотрел все его реплеи. А, тогда похуй. Где не делает, где, блядь, делает. Не, я считаю, что Соринг это... Нет, Соринг, да, Москва. Ебать, у меня там 3 чела в моте у них. Но у меня только... Счет. Я только одного замьючу, чтобы не забывать, и куча белоник. А, вообще нет этого героя. Долбоёб. Он меня прям раздражает. Но вообще все, кто ставит по 99% чел, кто ставит телок на аву, это, блядь, просто... Да, это пизда. Ну и у нас с башкой был детект. Кто? Телки,
тачки, оружие, деньги, сиськи, жопы, блядь. Черепащи, блядь. Черепа, блядь. Это вообще пиздец. Это детект уродов просто почти, блядь, в 100% случаях. Там есть, конечно, исключения. Уважаемые люди. Черепа, блядь. Алло, ебаный рот, че стартуем? Че, летим нахуй? Конечно, а? Все бумаги подписал, погнали. Да, конечно, у меня просто, знаешь, совещание прошло на... Знаешь, когда ты... Прошло совещание просто на ура, нахуй. Прошло, ты просто прошел на работу. Погнали, погнали, погнали. У тебя хуйная ЗП просто, понимаешь, сидишь такая. Погнали, знаешь, погнали. Будешь скорее на работу снова сходить. Да? А, FN нет, кстати. FN нет. А, че, напишу тебе. Ой, Артюх. РТВ, Рок-завод. РТВ, да, Рок-завод. Так, подождите. Мы так. Идем 2-1-2. Вверх, тролль. Так, вы же хотели триплой прийти. Не, не, не. А чё, ты ебанулся? Или ты нормально умники брать щит? Нормально. Ты ебанулся. Нормально. Могу не брать. Ой, у Юра соло, по-моему, три манга, бро. Ни разу в жизни не играл на Unite. Я тоже так думаю, ладно, похуй. Мне кажется, мне кажется, да, тебе щит тоже не нужен, но похуй. Да, тебе щит не нужен, потому что... Всё. Вы не будете пассивка, будете писал. Вопросов не понял. Я когда вообще, слышите, я вообще когда играл на пятерке, жал смок и ставил опс на вражеских играх, это вообще как-то помогало? Или нет? Ну да, просто задержка 6 минут, поэтому не ломали. Мне кажется, да, просто играет. Понимаешь, мне кажется, сейчас вообще, когда ты ставишь опс в мид, в целом похуй. Все знают, где он стоит, и всем похуй. Всегда. Там за исключением пары кнул. Серьезно. Пять кагений постоянно бегают, блять. Вот а, да, вот эти уебища постоянно чекают. У меня горит. Я же на стриме играю, у меня никогда варки стоит. Я уже не беру его. Хватит. Убиваю, сразу же выкидываю. Там без шансов. А Шиберсик не нравится мангу забрать? Или не видел эту фишку? Мне? Не, наберешь типа манга на трилле, это не скин, на который манга на... А, на трилле? Брать, я думаю, типа, и поскидишься по КД вторым скиллом вообще. Думаешь, да, я стик куплю, мне будет хватать, там же СБК, там, фигу. После затычка, когда ты поймешь, что ща... Мужики, в глубокий вдох. Все, давай, я сбоку пошел. Такой голый башня, да. Там один... Даже зарядит палку не ссы, они хуйсос. Я могу тебе до дизрапшена попробовать дать грейс и... Ну он не будет брать дизрапшена, он же не дебил. Я думаю, они за руну захотят, да? Он туда идет. Не-не-не, парни, у чела ник дадиджи, блять. Думаю, пиздец. Попробуй забрать. А, давай, я отрядом. Я поебал баунти. Ох, больник надо. Я взял курицу, я видел СД, дизраптор тоже. Ну да ладно, пожалуй, тоже откатились, так сказать. Я не блочь, да? Или блочь? Я не могу, да. Блочь, мне конечно. А, я не хочу бежать. Да, не нужно, я буду просто, да, после бауна сбиваю, просто на базу ходит. Я с тебя собью не ссы. Я уже... На четвертом, наверное, или на третьем. На четвертом, наверное. А, попасть. Я верну пулю, пачку сразу. Конечно, палку вкачал. Короче. Стой, хуяли. Ничего не делаю. Еще сентри накупил. Сентри в куре, если что. Кому надо.
Я забочу фуша по ней. Да. Айн тоже забочит, ладно, похуй. Я пулю башка. Здесь есть пулы. Скорее всего, вард вот здесь стоит. О, ты хочешь фулл эксп? Ну да, спиздил бы. Вообще нам бы на самом деле ебашься спиздил. Хай, третий не взяли, не знаю, МК. Я еще дам. Я эту хуйню зафармлю и... У него 13 летает. Пойдем драться. Че, Белой, не дружище, блядь, стильте на? Так вот, блядь. Че, он там жрет? Жрет пиздец еще. Вообще, на втором можем поебашиться, мне кажется. Же. Понял, ладно. Да, не успел, у меня не было точно еще. По-моему, вообще плохо. Они хотят тебя убить, да? Нормально. Сейчас будет хил. Пусть идет, если хочет. Че это такое, блядь? Ну ладно. Тычку дай? Только не вот так, под конец нам давай. Ща я приду уже, башка, будем. Может, могу что-то взять тебе или сам купить? Не, мне ничего не надо. Иди бегай за ним. Какая-то новая фишка, типа, нажираться идти. Я придумал. Ой, башка. Ребят, он запорил шики. Да. Пульчик произошел. А можешь? Лёв, да. Как второй? Поднимешь его? Да, я подниму на тебя. Грейс проебал. А тут негде. Она ща... Деревья. Как он делает? Да, она живёт. Я себя похилил, у меня нет грейса пока. 4. Чё он делает, блядь? Нажимает манго и просто что, блядь? Ничего нет. Дай третий, дождусь, я сейчас дам второго его грейс. Чё, он будет пока, да, хотя забрать, думаю? Знаешь, что ж ты делаешь? Я умру здесь. Ой. У него нет стиков. Хорош. Я фласку принесу. Я все принесу, ничего не покупай. Все принесу. Погоди, я хочу. Ну, в смысле, я имею в виду из консюмов. Еще не помани просадка. Да. Все, нет сотки. Помани телекинезис только будет через. Да, но я его позже принесу. Подниму просто. Я тебе так, да. Я через шифт не успел просто. Аккуратненько. Не могу фас пройти, ешь? Пока не надо. Резиса на меня, окей? Да. Я равно внизу посмотрю. Че он тут делает? Мы не можем его разъебать никак? Ну, его разъебать? Да, я возьму. Я бегу на дизраптор, кстати. Вы на него, он не уходит, по идее. Да. Чё за ебал, у меня вообще блядь. Ничего не будет, если что. Бля, я тебе говорю, резни на меня нахуй. А, тебе срочно нужно было? Дай мага, может, дай мага. Давай, давай. Я проебался. Сори. Я проебался. Да, бей крипов. У него аркана или чё, я не понял. Спальня. Манга. Ну, не может быть аркан. Сквозь. Девина. До сих пор два сантря в куре летают, если чё. Меня будут давить. У меня нет ТП, но ТП топ, парни. У него мана нет на disruption. Пока. 15 мана ему надо. Че команда? Че баунтусы берут? Дам тебе мана на баунт. Че ты заебал? Пиздец, такой противный герой. Что ты просто нашел там? Или ты к ним хочешь? Понял тебя. Я не могу. Просто не имею. Бля, ну я бы на шарт шел. Удавил, мы бы разъебали. Я могу купить. В куре оп-центре возьми. На ниш найдешь ник снят? Да нет, да нет. Нет, не спрашиваю. Беру курицу в топах, нет? Я возьму варды первый. Да, конечно. Ну, топ мы не выиграли. Мы более-менее стояли, но не выиграли. Я выиграл, нет. Это хорошо. Че, будет нормально? Заебись. Пойду че вард мне пока поставлю. Я после стану дам еще. А, окей, тогда варды как-то интересно. Нормально. Че он делает? Давай убьем его. Нету пока ничего раз. Все хорошо. Меня было видно. Я фаска есть. Вард стоит, он видел, что я бегу вниз. Меня ебашит, вот я умер.
У него палка, да, еще есть? У меня еще манга есть. Я пойду за стиком. Ну, кстати, я типа дожду, у меня инвиз будет. Мне кажется, можно даже фраг сделать. Он теперь легко. Я не думаю, что они тебя могут. Да, конечно, не могут. Фазы. Блять, первый типа ощущаешься, второй. Мне кажется, я должен убить. Понятно. Я хуёво, что они сделали. Ой, блять. Да похуй, снег скопим, блин, чисто что. Я пока не буду скилл тратить. Что-то забанен кемпас еще. Нет, я сендер тогда свой заберу. Ты что, нельзя варты, да? А Илюха хоть. Я не стал, потому что меня было видно, я не убьем его. Нам уже дэмэджа не хватит, короче. Я может резавтора могу смотреть, подцепить. Я с тобой, нормально. Опасно, да, на что-то сдавать? Я без ваны вообще. Хорошо. Не смогу тебе помочь. Я до базы или до шайна. Пойдем шайна же, после. Да, я выберу. Опсы в центре или на базе, если что. Куре. Ну, в курице, да? Да, ну, курице. Сейчас я попробую, давай, я сейчас попробую. Yes. Я подойду, подождешь? Да, конечно. Чё, поеди. Я должен тебя спрашивать. Ну, они в топе очень хуёво начали делать. Нет, да на кентавре супер ебан какой-то, я хз. Ай, курица сбили. Я курицу беру в топ. Надо было суринг брать, вот я мудак. Нет. Саня, если ты берешь капли плюс 2 нуля, тебе хватает мага. Мне кажется, ты, кстати, можешь плес фейерить. Парни, СД мисс. Я могу, да. СД мисс. Я сейчас патрон, смотри, если найду рун, то я выйду. Шестой Лаукер Тауэр могут... Я пройду тоже в наличную. Парни, кент шестой, аккуратно смотрите. Ёбаный насос, мне нужна патрон. Аркан руна, Сань. Я бегу. Я контролю. Я просто вышел, до башки снова доебать. Он пошел, походу, за тавер, да? Тут что-то какой-то лейджина. Я лечу бот. Я помогу, башка. Там убил. Там нету балки больше. Он куру убил? Да. Просто не успеваю. Она вот здесь летела. Он знаю, видел. Походу, чё? Да. Не, ну, знаю, инфу дали. Ну, походу, я дальше умить. Кафт тут здесь, да. А, давай заберем. Парни, просто фармите. Голос заберем, кафт. Нам спейс вообще нужен. Парни, а нужно видеть, что вот герой уходит, а потом... Я что знал. Да? Я не слышал. Да, я тебе сказал, он кафт топил, блядь, типа сделали. Да, блядь. Значит, я не слышал, что ли. Джавелин без статки. Я бы нажал экзорцизм, на самом деле. Хорошая идея. Я тоже. В топе тут... Не знаю. Надо ли надо ответить, ты ура. Зачем? Я делал топ. Руна, можешь обойти его? Парни, я даю тверка. Чё, башка, что делал? ТП в топ можно дать им пизда, не слабо. Эй, какой? Я 5 лол. Блять, вставай. У меня ВРК стоит до сих пор хуярит. К можем убить. Ну, любого мы говорим. У него есть виндран? Уже нет. Блять, нажал хил даже. Мы что-то по ним пока немножко теряемся, сказал. Сейчас какая-то дать пиздать не обошла вообще. Нужно... Ладно, если вы тавер взломаете, это нормально. Я сейчас прилечу, просто троем будет дальше стоять. Вроде у них нет ТП. Я ушел. Давай. Смотри, я могу понять его на тебя, Санек. Давай. Че подниму. Аркан 10 у меня. И тавер заберу. Там сапов говне. Сбалансер вон. У меня нет фокус файра, если че. Да, балансер надо забрать. О, у меня пиздец на базе вещей, мужики. У меня, кстати, очень много. Я самый богатый, у меня 4 конторс. У меня 400. У меня, кстати, почти 3000. Ладно, у меня 4200. Я попробую здесь полить 100. Давай. Дай мне сразу. Бля, ну у меня же бот улей. А, ну я этого сразу. Поставь. Еще люди поедут. Я не видел вас дырости просто. Просто заранее, да? Есть бот играть? Нет, ТП, когда я как АПР, я полечу. Сюда пройти, просто вообще вард поставить там один или два. Вот сюда, типа, куда-нибудь. И вот сюда в лесочек. У меня все хуево, могу зарашить просто даггером. Будем убивать их. Героев. Ну да, надо так. Но надо тебе без своринга, мне кажется, герой не играет. Не, бери, да. Бери. Книга есть, если что. Башка, играй как умеешь. Как душой играй, блядь. Я вон на ДП в первую игру жизни играю, блядь. Охуенно себя чувствую. Ой, все хуёво на лифте сделали. Ну, у меня экзорцизм расхотелся, я под аркейн рун нажимал. Я лечу вниз. Можно как-то, блядь, мид выйти?
Ну, бля, я могу арену поставить. Она просто не сможет выбежать. У меня на один скилл мана. Я так сделаю. Ну, я не думаю, что он прям подойдет. Можем его убить, если он дальше выйдет? Бля, ну тогда я показался, я зря спушили, нахуй сюда летел. Все, я иду. Бля, я буду, я вообще тебя не слышу. У нас очень охуенная тима. Я иду, вот, иду, вот. Я тебя... Башка, мне нужно. Либо мы слабаем так, чтобы я срочно... Нет, тупо, я лечу, ладно. Ну, надо же номлик стоять и затем заполнить. Я просто шел, я понимаю, да. Но зачем мне ТП просто выйти так? Я бы шел. Ой, а что-то нерьезно, она же мимо тебя приближал. Здесь ты же, смотри, у меня есть экзорцизм. Какой смог, у меня арена. Гоня, который никто не фармит. Ты идешь сюда, я пошутил после линии. Я не очень это понимаю. Я застакаю здесь. Чувак, мы играем в любимых, и все охуенно будет. Я могу не согласиться. Бля, так пожалелся в ринге, сука. Активная бой. Здесь, на третьем, я хорошо. Ну, ничего, что я попал. Я полечу 5 секунд. О, смотри, вы аркадий. А я что заходит? Я сильный, я бегу, я хочу. Я даю контент. Она не стопится. Бля, это что за хуйня? Да нормально, нельзя! Что-то мой парень на самом деле слишком много ноем в этой игре, мне так не кажется? Да надо этот. Выдохните, пожалуйста, сейчас. Я пописью пока. Давай, Сен, дальше. Давайте. Тактик пауза, парни, я вот там скажу, я очень рад, что я с вами играю, вы просто лучше, и, блядь, либо мы победим, либо умрем. Все в одной игре решается. Просто вот, знаете, как дыхание помогает? Просто вышел, открыл окно, свежий воздух. Все, я пошел сливаться с божественным, со своим туалетом сейчас. Давай, Сен, дальше. Они, скорее всего, попробуют ульт снизу реализовать завтра опять. Я тут на пачку и отойду. Ну, у них он когда еще? Мне просто надо за тобой стоять, и все. Я просто шел к тебе вот так. Долго. Ты бы не спас меня там никак. Ну да, там точно. Тебе не обязательно ходить типа за дуэлем, просто той ситуации, когда он идет на опасную линию, типа тебе на сцену уже было бы за ним. Да, я думал, он вообще вот здесь будет фармить на самом деле. Я просто не очень понял. Ладно, я рад. Мне книгу дашь, лейтенант наловник? Могу отдать, если у тебя все совсем плохо. На шестой. Забирай, конечно, лейтенант. Да. Чем я это по расчету в эрге спиздить буду просто ебать. Да, очень много урона потом. Так у тебя линза, у тебя вообще все заебись на Рубике. Ну, у меня супер хорошо. ДПС ухуя у нас все, типа, более-менее все. Спасибо, слишком много юзлесху не было в этой игре, но это не важно. Просто надо играть, как мы до этого играли, плюс-минус хотя бы, если неплохо. Тут? Чего? Я дышу. Чего, успокоились? Все подышали? Росик? Тут? Короче, мой билд. Все. Гоним нахуй. Блин, БКБ. Возьми Ризник, Руникс. Или там Чекуру. Фейзер, Венгер. Че? Дай повышу, сучка. Как хотим поделиться? Можешь, в принципе, ты в топе на Марсе играть, а можешь и в миде. В принципе, не особо решает. Я сейчас должен буду уйти. Уже сильно, да. Мне ТП нет, я бегу пешком сюда. Я иду просто. Ну, ты, там, у меня повышок, короче. Смотрю, я могу нажать, у меня арены нет. Мы походу... Нормально. Можете защитить, фармить? Мощь. Но... Либо на кента выйти. Я могу экзорцизм. Мне кажется, это что-то будет мизик. Вот, вижу. Короче, башка, мне удобнее в мизи играть, скорее всего. Okay. А мне кажется, тебе в топе. Как считаешь? Да иди. Можем ширинок еще нажать, маны у нас не хватает. Сейчас они будут делать уже выпад с большим количеством людей. Дальше я не хочу идти. Здесь что-то делать.
Я ушел сюда, короче, на тройку. Давай. Yes. Не, без варда вот здесь играть вообще невозможно, это правильно. Алоха, пусть Алоха с нюком, пока у него ВРК нюк есть, пусть он пушит бот, пусть играет, да, опыт да, 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 да. Типа тут вообще... Я вот просто хочу, как бы, вот она сейчас, смотрите, у нас сейчас басра будет 12-й. Я хочу, чтобы она пошла вот так, мы нажали смок какой-то там... Да, да. Я просто, я даже не знаю, Марс только такое ощущение, что вообще сейчас для смока не будет. Таврот один в топе, я прям. У нас сейчас тут Тавера, поэтому она хочет... Супер гриди. А, это она вообще охуела, что это? Она нажала фокус файр, есть Тавер. Вариант ее задизейбл? Да, я бегу, я подумаю, это пиздец, что это? Заезд, да? Надо активную. Я внизу руну проверю. Есть смок на дизрапторе. Вот он один. Да, он я один. Интересует кого-то? Да, я не говорю, что я... Святой ДПМ, мы можем его убить. Вообще, его. Я говорю, что ты штопу тебе разбиваешь. Кедавра, это хорошо, вы должны просто нас... На сапах сделать ситуацию, чтобы после отпущенной пачки вы... Ну, просто смотри, ты боевой, я боевой. Тролль, типа, и Марш вообще не боевые. Я боевой, я на каждый фурин драться. Ему просто арену надо поставить, чтобы он с тампитом не убежал. У меня смоки летят. У меня тоже летел смок. Можешь пачку мини, у него с тобой смок под... Да-да-да, я это и хочу. В госмоке? Я отдать хотел. Нажимай свой. Да. Сейчас руна будет. Ну, подбот балансы. Или в топ. Я хочу... У меня экзорцист второго уровня, мы их всех убьем. Проблема, короче, я вам опять же говорю, сапа, который сзади. Он Кент, типа, он скорее должен быть такой весь. Ты не должен умереть, если ты нажмешь сифон. Если он не убежит из арены. Даже под статиком. Я пока тоже... Я сделал ТП вверх. Сало, я на тебя вытолкну даже Сало. Ну, дальше соплять нечего. Они снизу. Вард поставили там. Вот здесь вижу. Я видел. Они... На дагер пошли. Скоро не будет. Ну, все, хуйня. Ну? Они вот тут завалили, и будет сейчас играть. Да, причем, короче, дагер. У меня еще смотрю. Мари. Давай, с аренкой его ебнем. Я возвращаюсь. Я можем без аренки ебнуться. Ну, лучше аренки. Или МК. Ты сможешь выйти? Я сейчас его подцеплю. Я. Он телеканец куда, он отцепляю его. Я только еще. Ну это хорошо. Да вы убьем, убьем. Оставь. У меня есть клип, что ты делаешь. Не успел, парни. А, есть. Нормально там в топе, соли, мужики, я не успел. Давай его, кентавра. А, я чуть-чуть. Я потерял тебя еще. А, ебать. Я вреживу. Я их всех убиваю. Можем добежать оттуда, ох? Ай-яй-яй. Ну, ладно, всех. Почему они пробивают к этой стенке, блять? Я не понимаю этой игры. Да это, блять, таджики делали, блять, хуйня. Сейчас, может, я его на шране с молнией просто казню. Аккуратно скрой, аккуратно. Пока отменил. Хорошо, тебе, а у тебя плюс. Пальчище! Я иду. Если что, подможешь? Я с даггером иду. У меня будет шанг глимсануть кого-то. Че с нашей курицей? Опять, блять, стенки нет. Ну, нахуй, башка въебавлю по кристаллу. Я сниму, стоп. Я умру, может, не знаю. А может, нет? Да нет ТП. Нет ТП. Не, я просто уйду. А, иллюзия. Я мид хочу. Оформить. Ну, я хочу вот как вы мне поварите, у меня опять заход. Помогите, помогите. У меня гримсуля есть, так. Я помогу, да нету дали зраптора. У меня ульта 10 секунд. Я бегаю. А может, уже? Я помогу тебе. Мы еще раптор можем, смотри, можем дать тебе, я глимсану сейчас здесь раптор, глимсану. Манки кинг здесь. Хуйня, я убил. Манки кинг сбросили с этого дерева. Надо уйти. Я не могу, все, надо уйти. Ладно, короче, вообще, это бейте, я умер. Я только иду. Нормально, ты меня спас, это хорошо, все. Или нет? Тебе дал? Я не спас, блядь. Ну их 5, тут и вард будет стоять. Надо вас мне отдать, наверное. А там еще глимсы еще будут дальше. Нет, глимс КД давали. Попка у меня не горит, просто давайте так и заходите, все будет хорошо. Кентавр без блинка с Кримсоном. Ну, вот здесь еще варды идут ставить. Я просто не могу взять фуру. Давайте так, что твой ДП, а? Что-то сделаем. Мужики. Арена. Тебе идут, тебе прям бегут, блядь, прям бегут, нахуй. А я умер. А когда он успел сказать? Только что. Здесь, ребят, ладно, я уже не помогу. Ой, а я что-то пытался рассказать вам, как... Поделиться? Да, это наша дефолтная ситуация, что-то. Поделиться надо правильно, чтобы у меня как будет стоял за троллем. Ну, за кором, короче. А так умник бегает, ничего не делает в игре. Ну, да. А хотя именно, ну, мы его на фу побрали. А дизаптор, наоборот, бегает. Вот, ну, тут ШД стоит, я могу его подцепить. Есть. Может, больше заряжу. Может, глимс украду, если повезет. Не, он там что-то давал.
Бля, я умер. Можешь варды варить, просто чего время тратить? Разварите варды на шейне наш. Мы должны здесь фигать варды. Сейчас все за руна. Баст, может кого-то найду. Вот этого можно клоуна убить. Топора у меня, правда, нет. Да, не вижу вард. Не нашел. Мария, дизраптор идет. Можешь пройти? Пробуем. Эвелька у нас по лесу бегала. Не знаю, тут нет вардова. Че, не хочешь? Ты на хостел идешь. Я лечу бот. Да, я уйду, я уйду. Я уйду. Меня выкрасил. У них варды, мы просто играем постоянно этих ебаных вардах. Тут... Ну я просто не успеваю, он не найт. Могу нет. Выдать вам центр? Здесь просто варды стоят, тогда... Нет, тебе знаешь как надо? Тебе надо варды отдать руби. Ну и все, да-да-да. Ну то есть делить их как. Ну вообще мы что-то на самом деле нихуя не но. Что-то не зачили. Ладно, смотрите, у нас у больше скоро будет ульта, с ней что-то сделаем. Не ульта, а, да, я просто рой курю. Понятно, да, сколько перерыв на наш коллектив хуёво сказал. Один раз пока у БКБ у Верки нет. Она вообще не может. Чё, у меня есть огонем? Можно попробовать. Всё, только куда-то с маги сидели с резко, не знаю куда, но... Значит, пойдём без мага, просто на мид вышку. Вот сейчас начали под баунти, просто за контролем, а потом пойдём на мид. Давай, я могу под любой баунти подойти. Они, скорее всего, под топом будут все. Плюс-минус. Ну, мне нужно, чтобы за новым не стоял. Вообще, иди вообще, Кора до топа баунти подеремся. Вот они смогли не в топе. Я бы там подрался. Парочку. У меня топа есть. Может снизу лучше, бля? Ну ладно, мы заберем внизу. Я что-то не вижу, потому что ты на карту смотрю, чтобы вы успевали. Ну типа, просто вы все вообще не на одном баунти находитесь, вот так скажу. Ну я говорю, пока за мной не станет саппорт, я даже не двинусь в сторону баунти. No. Иллюзия, я вас... Сего, просто вышку везде. Да, можем. Я бы не шел на них. Я бы фармил дальше. Почему? Что ж, мы пойдем, а у них появится БКБ и... как у тебя омник? Мы сильнее подожди, раз. А, у тебя блинк есть. Банс. Не-не, все нормально, все нормально. Просто надо, много, надо это сделать грамотно. Либо там в СД прыгнуть, или нет. Что ты просто стоишь, бьешь вышку, если они инициируют на тебя, я контр. Я пока проверю, может кого-то найду. Ну тоже нормально. Надо, да, что-то я уже... Я слишком на очке, по сути. Мари, вон они где. Так потому что мы по домов едем. Сзади в смоке, сзади в смоке. Не-не-не, ты дашь мне второй скилл, ты нет? Да, у меня стабилист. А, у него 2 БКБ. Ты под грейсом вообще? Да. Ну, я умру, скорее всего. Я все дал. Вот поэтому я и не хотел. Так надо просто арену поставить, чтобы они могли разбить. В смысле? У них БКБ 2. Ладно, всё. Та-та-та-та-та-та! Че страшно понял? Ты зачевает? Чувак. Кто знал, что где БКБшки, блядь? На спект от хуйня произошла. Ну, он Грейс, ой, че не Грейс, а Га снимает. Тебя опять побежали вот так. Там ШД побежал еще. Потому что всегда, когда ты проебываешь, тебе никогда не надо идти на врага. Потому что они будут в позиции, где у них каждый герой нажмет кнопки. Я бы не понял, ты проиграешь. А, не, ну мы сильно проебаем. Мы несколько файтов подряд проебали. И у них у всех укоров супер, когда с кримсонами. Поэтому нам надо просто фармить. Соли, это игра тайнфа, которая надо слышать время игры, нет, да? Нет, это тайнфа. Так ну, ты это нам говоришь? Я тебе дам книжку. Я не знаю, буду фармить БКБ. В смысле? Ну я же не просто так это говорю. Что мы фармим, ждем, когда они нас нападут. И от этого деремся, от контринсации. Yes. У них хватает урона, чтобы меня заберс. Yeah. Даже по 3 ПО. Хоста мне что-то выбрать? Да, я бы. У меня почти БКБ. Ты что думаешь, я здесь моралью? Я, блядь, нам туда хуй, блядь. Не знаю. Ой, сука. Я еще не сдался. Вот, они взяли 17 фрагов, из них где-то 5 минимум, просто потому что кто пиздит на стоп, после какой-то хуй не включая меня. И никто другой не думает про игру и просто умирает там на месте, вот, ну типа, ой, ебать, что я хочу свой лес типа фармить, там много вардов и заодно топ. Ну они развардят эту топс, то есть они тогда шайн убили, я не знаю. Смотрите, у них сейчас откатится ульты, они пойдут опять. Да, когда у меня появится БКБ, мы можем принять драку. Тогда я могу пойти вперед, я могу нажать кнопки. Так и не могу, меня дизельжит. То есть они просто ждут, пока у них ульты откатятся. Ну хорошо, и мы качаемся, и мы ждем, пока у нас все откат. Ёп, проблема. Никаких проблем. Если нужно будет говорить, у меня еще. Так, ну надо тройку, я не знаю, я пошел на тройку. Надо быть готовым к их выходу. Ну я пытаюсь с драгом поиграть. То есть, условно, если меня не запрет дизраптор, вот если бы сейчас, например, вот в этом, вот в этой драке Марс бы прыгнул у него. Так, давайте думать, вот они же пропали с карты, какой они сделают выпад. Скорее всего, под топ или подниз? Меняем. Подмин. Я дальше пока.
Я два теста не вижу. Вот вроде нормально. Ну вообще они обсираются нормально. Я не могу играть. Да, да. Там не нужно было спасать, просто надо отдавать мне героя. В левых персах особо не посламишь, я пойду уже вниз заранее. Так, они опять пропали с карты? Че, дай мне потом дашь свой? Вообще, они плохо бьют вышки довольно. Ну вот в том-то и дело. Зачем вы форсите типа драться, если они просто пойдут... Сань, да мы уже все, ну поймали, как что? Как ты заебал, я просто нахуй просто взял черепушку нахуй. Погладил свою дату, которую я просто чтобы помазал кремом для рук, такой она была такая гладкая. Я уточняю, как нам надо играть. Хауди, мы ждем. Сань, ты да, просто пытаешься 5 минут сказать, что пойти с аганимом банше, блядь, на вышку, ты один мид, подумай, мне кому-то хуйня. Когда это было 21 минуты, там было 2 БКБ, по какой-то причине, блядь. Я могу сказать, по какой, которую мы не видели. Да нет, это причем тут. В чем типа твоя правота? Ну было, не думаю, было 2 БКБ, да. Да нет, это причем тут прав я или нет, это абсолютно него не влияет. Я просто хочу, чтобы все понимали, как нам играть. Просто когда. Сейчас да, когда мы 2 БКБ увидели, когда мы это не видели, это неправильно ничего не делать. Ну, хз. А, короче, забей. Все равно нет смысла. Раздражает мой бизнес. Продолжается. Я молчу. Go, ебай, поехали, да. Игра обещает быть интересно. Легко выиграть. Я знаю. Нечем бить хагам. В этом твой прикол, блядь. Герой. Раздевардил. Значит, где-то вардус тоже стоит. У него были варды, он их дохнул перед тем, как ломал. Я в принципе, могут байтить на этом месте. У меня показалось как-то. У меня будет Мьёнир какой-то МКБ, и мы поделимся нормально. На самом деле, мой БКБ бизнес важен. Да, да. Шайн надо вам? Хотя ради маны не знаю. Не, забей лучше. Ладно, я нажил уже. Они могут на самом деле хотя я иду мид толкать, Когда они пушат вот так вот поп, вот даже стоит по 2 там, либо ты пушит вниз, я не знаю. Да, я бегу вниз. Прям совсем ничего не делал фармить диск, когда они там забыли, это тоже пушено. Не-не-не, я думал, что там... Я тройку подожду еще раз, баунти, они к нам придут сейчас. Сейчас МК допрыгнет. У них нету суперскорости, они не Соник Икс, блять. Че, могут спокойно с МК, стампит. Если меня поймают, я нажму БКБ Тапаут, и все, и это просто. Ну все, надо БКБ шипа, надо мне подождать. Как а угорели большие карты? Рошана могут убивать, да? Не, они вот здесь пауэршот дали отсюда, вот отсюда. Да, они скорее хорошие бывают, но... Давайте глянем. Не, ну им... Не, им нечем. Да чё, Верка нормально бэт убил, он всё равно... Парни, она в миде была. Парни, они просто хотят ловить героев, фраги искать, да, им просто нужны нам фраги. Даже, на самом деле, вот здесь вот раздевардить будет, это же важно. Миди, это хуйня. Ну ща мне пачка подойдет, это уже будет... А, вот в топе пачка. Да я ща гоним куплю и пиздаем будет, но... Мне надо миди, я миду заберу. Репел, дай мне. Ты шрец? Да. Я уже потратил репел, у тебя не будет пока репел 15. И тут как? Я респамил. Лиф можно. Интересно, они придумали. Ебать, они охуели. Вард. А меня вернули, кстати, лол. У них... Ну, я пошел пешочку. Ну, вы типа по идее можете его? Респамил. Вард, видите? Сломайте. Бля, даже... Ему очень хуёво. Пусть большая хуй затрактит, я бегу. Они хуйня делают, на самом деле. Без ВРК. Я можно? Да. Не мог дать грейс. Буду на базе через 7 секунд. МК без БКБ. Пока надо самов, если хотите. И ВРК тоже. Я через 3 секунды буду у вас, мы их, скорее всего, убьем. Я уже здесь. У них есть ульт дедача, по идее. Можешь убить его? Мы МК можем бить? Чё такое? Сейчас, я чуть занят. Какой тролль может бить? У меня нет так. У меня есть выкуп, я сделаю. Я все разные герои. Да. Потому мне что... Бегом. Есть. Можно я подсоветую? Может быть, собью его светка, если повезет. Голос смог Рошана убил? Вот. Блядь, ебать его ебал. Слышишься?
смог Рошана хочешь? Ну, не знаю, можно рискнуть, но можно дальше играть, типа, по сену. Мне не во что бить, я не могу просто зайти и бить героев. Для меня не было файта, вот у меня еще будет ограничить. Но он проебал ТП на МК, слышите? А, ну у меня смог ПП, конечно. Вон, у Омника есть, гол? Смотрите, я пошел там, Забей хуй, да? Фармлю огонил, если я буду файтить, все будет хорошо. Пойдем с моим огонимом на Рошане. Ну мы просто почти убили кента, его уже закрыли. Не хватило там 100 урона. Ну мне БКБ не хватило. А, у тебя не было, да? А. Не если не было БКБ, не было меня. По-моему, что-то было, не уверен. Не было. Здесь суксен. И просто Шедодемон, ну, нормальный такой герой против. А, здесь кентавр. Или это иллюзия, не знаю. У меня есть БКБ. 17 добей. И да, еще ульта будет 30. Нам сейчас 12, все вместе плюс-минус вот сюда поставить стоп-сент и здесь... Я руну подстрелить. Иметь вижу на Рошане. Наконец-то этой бычью вышку, видимо, очень мешает опять. Да, да, мы сами не уходим. РПЛ, дай мне, я отпушу эту пачку. Да, я думаю. Да, мне пиздец стать на самом деле 30 вольт решает. Падло второй нажимать. Башку не можно. Да, стесненько брал на вас снастряк. Не пошел бы. Трень заправишь, а не бьет. У нас хорошие да, варды под ними. Вон они бегут цеплять. Владимир. Разбивай. Это иллюзия. Ну они здесь где-то все. Они хотят, наверное, дальше. Шайнером бы. Без арканами отошел. Миди. Все, 18. Я улетаю вверх. Типа, да, у нас типа... Минимальный армор бы купить. Парни, у меня горит база. Иллюзия, скорее всего. Короче, парни, нам надо вместе пойти отпушить топ. Мы не можем, ну... Да. А нам тут вообще нехуй делать. Надо отпушить топ и... Вижу на Рошане иметь. Ну... Это вообще юзла зона. Мне нужны герои, да. Дай мне пойти. Пусть с тобой станет Омник, я с тобой стану. Пойдем хоть немножко выйдем. Вот, смотри, у нас нормально. Уйдем сразу крошпи, туда мы баунти будут. Тогда идти вместе. Ну, я подбегаю к вам. Ага. На самом деле, на эти с НМК это похуй, если других убьем. Помни, если баунти заберем хотя бы. Они в топе должны забрать. Давай. Вообще не могут и прийти. С рампой мы можем даже подраться. Это всего лишь Эгис, там сыра нет. Тем более, вот, они сейчас думают, блядь, что они типа дохуя сильные. На самом деле, нихуя. Я уверен, что мы их ебаем. У меня в топ КД, а мне кажется, они будут топ форсить. Без меня возьмите, я уже буду мид отпушивать. Они так потом не примут. Мы на рампе их трахнем, я уверен. У меня байбека нет. Там лучше, наверное, 20-й, да? Я просто того сейчас очень... Ага. Это иллюзия что-то демона. Да, вон они в топ зашли. ТП не делайте под глимс. Да, под глимс, ребят, под глимс, чтобы не глимс самому. Надо будет на базе спамить. Я сейчас подхожу, что... Они опять развардили там. Мама. Я тут прыгнул. Кентавр хуёвый. Кентавр. Я не могу, МК убил, Нет, да? Сейчас убьём два раза. Саппорт удержу себе. Тифон будет, надо убивать. У меня нет паны. Парни, лоу хп, я... Гоевка? Нет, давай, хорошо. Поднял его. Нам ещё палку, по двоим. Нет паны. Пошли, я по МК дал палку. Убил. Хорошо. Ах, хорошо-то. Будет ТП дел здесь. Нет, нечего сейчас бить. Не, я убил, нет. О, вот здесь фарс ты. Да ладно, не так плохо. У меня ВРК просто всю драку уместила. И мне было как помочь, но не знаю. Просто всю ману вылетел. Только этим. Тебе можно помочь только ультом. Да, но я уже его дал в ульте МК, когда все стояли мы. Ну вообще я получил 20-й с этой драки и... У нас Рогака вообще блин, не лагает. Лагает нахуй. Главное, чтобы они не думали с меня файтить убивать, если будет охуенно. Да, у тебя нет сейфа. Кентавр бэбэк, можешь прыгнуть? Аккуратно. Да, я ушел без маны, ноль маны. Чтобы они тянули. У нас хорошая хуйня есть, которая, ну, может много дэмэджа на стаках. Да, я думаю. Вообще, конечно, тебе стан кентавра взять бы. Вообще заеб. Ну, я его сменил. Я МКБ добью, я ВРП убью в файте. У нее БКБ закончится, я просто нажму на нее ульт, и она... Да, я уже заставим, если что, против нее. То есть... Да, ВРК это... Со стаками меньше, то я полечу заберу. Я просто буду убивать кентавра, который просто пиздецом, конечно. Ну, просто первый ряд эти. И буду стараться делать так, ну, типа,
бабайте, чтобы они на меня нападали. Я вниз прилечу. Снизу дохуя крипов, надо ставить полю. Активная руна, может быть. Забрал кинотавра. У нас ульте... Ой, надо съебать эти. В этом виде. А мы ничего не можем? Я с Андреем. У меня нет ультимейта. Я просто максимально пытаюсь фармить. Я бы от рампа играл на самом деле. Вот теперь они меня не заберутся. Надо ждать ульт ДП и все. Сверху бумаг. Не знаю, если я куплю хотя бы глиммер. А можно зайти на нашу тройку под шрайном, но это пизда, не просто... Можно? Могу смок нажать, сходить. Надо смок, это просто, чтобы я фармил смок. МК в топе? МК в топе, все, легко выходите. Я это уже, да. Что за глиф? Там контент один. Надо найти какой-то один будет. Нихуя мы, мужики, блядь, давайте... Ладно, садись. Не-не, я просто спросил. Че, встаньте за мной? 3К хп, меня хуй убит. Я тут МКБ дофармливаю, курицу не трогайте. Я не знаю, вообще, может быть, Никс, на тебя не кидать этот спелл мой второй? Я думаю, на тролля его надо. Ну, нет, тебе надо кидать его на кого фокусит. Ну, это понятно, это я понял, хотя заберся, например, тут, типа, нет. ВРК опять здесь. Ну, я не выйду, типа, точно. Ну, у меня байбекс. Байбекс. КБ будет. И жмем смок. Да, МКБ и тролли бьет именно ВРК, и все. Ну, под любой дизабл я ее стираю в сопли. Был бы он у нас. Вообще мы можем, на самом деле, раз... Ну, короче, драку растягивать. Там... Да, нам не нужно прям с ними в пуле. Я, ду, короче, там можно отойти, если ростик не будет. Не буду объяснять, как кнопки кому нажимать, если я прекрасно все знаю. Че, можно смок? Хотите? Хотим смок в ролл? Если. Надо ул. Ну, тизда я нарубить. Мы любого героя поймаем. Я думаю, нормально тебе. Пока в медиал прыгает, вот они здесь. Если мы убьем первого СД, будет очень легко играть. Или дизраптор. Нет, лучше СД. Еще может быть, скину его светкой, смотрите, может быть, получится. Не, ну понятно, что лучше. Я просто говорю, что типа, любой сап килл. Руна. Сейчас, можешь куда-то дошку. Я подниму. А? Нет, у меня нет физи. СД? СД? Не, парни, что-то вы торопитесь. Я ее прибивал, убивали по идее. Да. Просто мы не договорились, я думал, я буду первым. Да, Шаду Диаму будет спрятан. Давай. Не, СД не успел. Мне нужна вижн. Они идут за нами? Да, идут за шрайном, я готов драться. Нам сентри надо, много сентрей. Они просто били пальчики. У меня нет сентрей больше, они кончились. Нам нужно топ, отпушите баунти взять внизу. Верка будет сейчас в инвизе бегать и шейклить. Меня можно подсейвить. Давай. Сразу далеко. Я не могу ничего. У меня ульт дизраптора есть, сейчас у него ПКБшки кончатся. Ой, у меня гнимы ульт дизраптора, а гнимы пейте всех. Очень, давай. Уебище, блять, нахуй. Ливайте нахуй. Хорошая, да. Ебать, я там на соплях жил, пиздец. Вот еще, здесь есть... А, он тэп-аут, наверное. Я еще, может, на баунти кого-то попробовать. Они по-моему, сложали, что на баунти пойдут. У меня снакинда есть. Ну, ты без Омнинайта и без ДП. Я не могу там быть, скоро нет. Может быть, она рядом, или? Да, могу, я приношу себе. Я на баунти взял и вынес. Ну, слушайте, хватит прям вообще на иголу. Вы тут еще баунти. Ты что, Ростик, я просто буду бегать, бегу и раньше. Тавер в бойце. Тавер, две тычки в бойце. Там два сапа, лоу. Да. Просто бей, я буду прям отсюда нахуй вытаскивать. У меня вот. Давай, он наш. Он прям на форсел. Давай. У меня будет на кентавра, я не понимаю. Найс. Я бегу только с базы, парни. Пешком бегу. Ростик без маны почти. Я тоже без маны. В боте это очень битый тавер, башка дает. Давайте да, я заберем. Да, вот, парни, мы на рампу поднимаемся, о, учитесь. Ну, я не могу к вам прийти. Я бегу. Ростик, с арканом. Долгим. Не хочу. Просто ты один. Я похилю до маны. Похилю до маны. Да, ты один топ. Не могу я тянуть. Че думаете, бэзить или дизарм? Может, дизарм есть? Дизарм не... Ну... Не знаю, гоним. Вот тут стоим и постоянно пушим две пачки. Я беру курицу. Короче, по мане проблем, парни, и ульты нет. Я руну посмотрю. Так гоу почилим чуть-чуть, подождем от всех ультов. Я полетел на базу. Реген. А, все, бегу. Станечек реген возьму. Похили меня, дай мне всю хуйню, я буду драться. Давай. Нужно этот вард не отдавать, за него надо прям бороться. У меня детекшена нет на ВРК, парни, сейчас принесу, ждите. Не, а, не, у меня шивы появилась. Они меня и так не убили, шивы потом. Возьми тебе байбэк. Мне нужно. У меня нет детекшена вообще, но. СД байбэк. Я запушу, я иду пушить, стойте сзади, РПЛ. Внизу этот. Ну, они возьмут тауэр, они вообще даже не. Купите еще досты, пожалуйста, на рубике там, на комнате. Да, я куплю, когда они. Просто. Ну, нет денег.
Че, нет куры. Я куплю. Если что, с глиммером еще не, кстати. Он тебя все кинуть, они тебя будут пытаться фоткать. Вот. Хотя глиммера не собьют. Ну, да, ну, вот тут стоим и покаем две пачки. Я ничего не делаю. Надо, единственное, на шейкл не стать бы, и все. Все, я взял немножко апсов. Могу соляр взять, кстати, на ДТП. Или это старый рашон, может быть, я. Что-то звучит хорошо. Хотя, не, он диспелит слишком постоянно. Не обязательно. Это возьмите расу какую-то. Террасу, террасу. Вообще, парни, слушайте, короче, у них челы какие-то тут упарывают, они на самом деле, слушайте, они будут не готовы к тому, что тут мы чела убьем. Прям под базы, потому что они вот тут какие-то два героя играют. Нам вот вардик посидел, кажется. Да. На у нас это проблема, ребят. Ты хочешь на ХГ или на Олдграунд? Вообще похуй на них, не? Да. Но есть там герой на С. Чё мы, короче, план Рошана ждём? Чё? Да, да, нам нужно Рошана, нужно Рошана. Ну, парень, я его ебанул. У него глиммер, у него глиммер. У тебя есть ДТК? У меня досты есть. Он тебя гримсонёт сейчас, он тебя гримсонёт. Я тоже улечу, да. А можем... Он вард вард. 7к, МК, смотри. Смотри, смотри. Ну, мы далековато, я бегу. Я хочу на пуху так побежать, прямо сейчас. Рапел, дай. Гоп ним. Парень, мы через 10 секунд придём. Мы ещё будем, го. Не, далеко не зол. Не знаю, попал. Синий верк. Она в инвизе. Да. У них нет стампида. У меня последний. А чем Рошан? Рошан может быть. Никто бот не распушил. Парни, давайте чуть-чуть отойдем, возьмем Рошана. Знаете, что надо сделать? Надо вот здесь пачку убить просто. И со мной должен один сап пойти. Либо стрелем. Рошан есть. Рош есть, забей хуй на пачку. Пойдем, бегом. Несу. Могу гем взять, я, наверное, беру гем. Ну, гем нормально против Эрик стреляет. Так возишь ее по тролля сразу же. Я хочу дать обизал с Аегисом, мне кажется, это очень круто. Аккуратно стойте. А, хотя не. Ты хочешь Аегис? Да, я думаю, мне надо Аегис дать. Хотя. А, 7.25. Давай. Они обосмакуются там аккуратно, я сорвимо. Ой. Так, я тут возьму обизал. Парни, стоим под вардом и дадим раздевать. Вот если бы напасть, они могли не успеть смаковаться. Нормально, не? Да, нормально, я просто говорю. У меня 3500, по трипелам будет 4500. У меня тоже 10. Мне нужно запушить топ. Ребят. Баунтер он, да, я. Потом у меня Aegis. Я нужно БКБ и будет спать. Надо тут варчик. На гем есть, вижу как. Ты можешь положить гем рядом. Выложи гем рядом с этим. И все. С ХГ. Он видит. У меня 25. Нихуя себе фишка. А разве он видит, если. Да, видит. Ну хочешь на. Баунти. Я бы забрал бота. Он, кстати, вот здесь вард ставил, вы сломали? Вот здесь сидит, Раптор ставил вард. Баунти, руны. А, да, там сломали. И настоящие руны. Гопаш, ХГ зафорсим, чё? Да, вот, Аркана, герои. Аркана, иди форс. Да, Никс, иди, Аркана, бери. Я иду. Книгу я, наверное, заберу. Хотя пока продам, но всем пока не нужна. Да, репелл стоит, хуяли. Вот как карта следующая едет. Вот такие челы, это вообще просто. Да, он ебанат еще делал. Он ебанат, что мы ебанат. Поднимешь его, у меня есть обизал, любого. Вот так. Я привожу его еще шейку. Нет, не привожу. МК тут. Не стоим меч, Саня, что? Я с глиммером. Могу верку хоть сюда прибить, наверное? Давай, но если прибьешь, делай. Че? Рапал. Мы просто бьем? Вообще мне надо, у тебя Aegis, мне надо. Нет, все нормально. Отбивай тогда. Че, отходим, Глимс будет, смотрите, аккуратно. Глимс будет, Ростик, я могу сырдить. Глимс будет, давай. Пускай верну, там их убьем. У него Aegis, давай, нормально. Я нажал БКБ, кентавра, давай бизал. Давай. У меня маны нет. Я зазонил, короче. Убили. МК прибил, настоящий гем есть. МК пизда. МК без байбека? Он со скади купил, у него нет байбека. У него он скади давно, очень давно. Да? Да. Садись. На меня ВРК, я умер. Без выкупа, СД. МК байбек. Я умер. У меня СРБ? Надо драться. Кентавра. Нормально. Давайте нахуй его. Оо. Успеешь? Шикуршот интересный такой. Я бегу только. У меня гем, я не знаю. Да, ну могу пытаться помочь. Можешь верку поднять? А, у тебя какая-то, я вижу, забей. Избавь, я иду с вижен. Убьешь? Да, хорошо, уходи. Я гем отдал, наверное. Все, нет, уходи, нормально. Да я не уйду, там Глимс.
Я могу глиммер дать, попробовать. Не надо, не надо. Ну, все. Аохи, да. Но у меня нет ТП. Машка, дерись, брат. Держи. Надо шекл, шекл он лайк, на самом деле. Он связал меня и тролля. Мне шекл мы все. Я вайбэк. Ничего страшного, они нажали вайбэки, они ничего не сломают, Рошана нет, у нас все есть. Все окей. Все, я стою на базе. Я не знаю, книжку не хочу есть, кому-то надо. Скорее всего, Марсу придется вайбэкнуться, если они пойдут. Хотя, просто... не, они, их трое, они ничего не сделают. Единственное, еще гем проебали плохо, а так все ок. Так все ок. Короче, да, я выложу купить... книгу, наверное, Рубику. Да, Рубик пусть забирает. Просто купите трусы, это все, нормально. Где-то еще вообще все. Ясно. Аккуратно, может быть, здесь где-то лишнее. Вот здесь. Мид пушит МК. У меня просто фокус в эркатель файте. Он будет меня все время прыгать. Ну хорошо. Пигос. Тебе есть СД не спужи гвардиан. Долго будет это дать. Да, да, это. Но она просто после этого обычно. Если он дает пурш мне, то, соответственно, уже легче играть другим героем. У нас у ДП три. Я не понял, парни, еще раз. Сань, ты знаешь, что с Аганимом берется левый талант? Я видел, все правы берут. Не-не, это хуйня, это хуйня. Ты просто посчитай, как это тебя будет хилить из колеса в дэмэдж. Гораздо сильнее. В смысле, я просто говорю, что типа никто не брал левый, поэтому я взял правый. И потом ты есть смог, есть смог. Делает фляй или чё? Я спокоен, впрочем, я могу Октарин без бэбэка взять. Ну, у тебя сыр есть, у тебя сыр есть. А, хотя... Да возьми, у тебя сыр есть. Мне кажется, если... Не на очки. Активные руны, парни, сейчас две штуки. И до сих пор хостали же, до сих пор. Я с тобой взял. Парни, я могу... Саня, если тебя зашортят, я ультой сниму, нормально. Окей. Да я могу репелом. Я всем сниму, да. Просто говорю, что есть. Как ты снимешь, тебя не манят? В смысле? Что? У него Battle Trans Strong Dispel. Ну, он там все снимает, нет? Только себя снимаешь. Реген. А, я... Это с этим... Ты только себя. Да, это... Может, мы шрайн заберем, парни? У меня ДД. Давай. У меня очень мало. Да, сейчас да. А, вот такая хуйня, парни. Да. Ну, это да. Не было. Блять, у нас еще вид, там гем у них, у нас нет гема. Да, у меня. А, у него гриль. Надо верку. Вот, блять. Верку, блядь, зафокусить там. Могу поставить сюда лобс, и мы вокруг него поиграем. Хотите? МК без ВБ, когда можно, почему? Или можем второй шайн подождать Рошан. Что ладья, он меня ядики кидает. Баунти есть. Можно его ёбнуть. Да они разделены, блять, вот здесь верку, они вообще хуёв, ну типа они хуйню нереально делают. Они не готовы драться. Они баунти в топе просто хотят забрать. Но мы много героев показываем на карте, если честно. Это очевидно было. Я внизу. Наш рано не стоит, куда мы типа нужны. Какой же он охуевший. Ну я баунти забираю, так что там это. Нормально. Забанишь. Пиздец, он пиздец глупый, я не знаю. Да, может быть здесь, конечно, лоб стоит, но я не такие гении. Да, у нас сентри нет. У меня, да, у меня просто две сентри. А мне кажется, если мы нажмем смог сквозь крипов наш лес, потом мы вдвоем... О, мари. А, они сами на нас идут. Я давай, могу понять этого чела? Давай. Вижу, есть? Да, меня закрыл. Бля. Меня убили. Я дизраптор зоню, он не может. Я убиваю МК. Давай. Хорошо. Все, без бэбэка. За кентавром. Я без байбека, я мертвый. Низ распушивать, надо. Сзади. ВРК тут где-то. Бегу. Все, а наша. Куда ты? Давайте. Супер. Да, убили. Опа, ёб. Байбек. Гем. Забрали, нет? Я возьму. Хулевать. Опа. Мужчина. У меня ВКБ еще есть. Они это не знают, скорее всего. Они думают, что я нажимал. Ну, МК без байбека вы 3 в 4, парни. Вы без байбека. У меня вообще ВКБ еще 15 еще. Он тварь. У нас 60 секунд. Шекл, я шекл, могу его цепануть. Давай, я подойду. Давай. Тут ШД. У меня есть абузал, я могу прыгнуть на СД, если его как-то. Дайте просто вижен, типа, и. Да, я начинаю сэшить. Саня, дай мне сэр. Не стойте под шейкл, парни. Не стойте под шейкл. Да. А Верка без БКБ, как думаешь? Да, уже сэр. Она 25, у нее быстрый, у нее минус 30. Я в шадоу даун прыгнул, ребят. Да. Там аганимный. А, я не могу, меня накрыли, да? Я его в соло. Нет, дал. Я сейчас дам, Верку, можем? А я короче, делаю бэк. Иду кавер. Надо это. Я делаю бэк. Кентавр. Я иду к нему. У меня все есть. У Сани сейчас ульт будет через 20, он зажжет. А, байбэк. И 4 уже. Я на хосте мчусь к вам, ждите. Надо подождать. У меня шейкл будет. О, она бежит к вас.
СД к вам ебанул. Вижу. А, нет, что, нет. Блять? А почему? Всё, СД, 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 СД. Давай. Иду к вам, парни. Китавр, прыгни сразу там, парни закупаются. Я иду. У меня есть шекл, если не получишь. Я сыр съем, прыгну. Я долго к вам бегу. Я сажу, парни, я сажу. 3600 хп, у них нет героев, чтобы... Ебами, иду к вам, бегу. Разбей крипов делаем. Понятно. Я долго бегу. У меня шекл будет. Аккуратно. Давай, мид сзади будет. Парни, я здесь. Секунд 20. Тут Варечка выбегает, хочет, что хочет. Бей, не бойся, я тебе попрыгну под собой, если что. Че? Хуяло, очень хуяло. Да, ну что, нормально. Я уже с вами. А у нас сомник пробежался. Я сейчас прыгну, просто убью любого героя, и все. Желательно Варечка. Она мне... Нет, она не спрячет, на баль. Я не могу. Там рефрешка. Меня накрыли огонь, но не могу. Не надо помочь. Вообще ничем? У тебя же есть кнопки. Есть, но не могу зайти в сайленс. Кентавр поднял. Я впитываю, пацаны. Там арена, может отойти на арену. Я без бэка. Пизда, такая хуйня. У них тут вар стоит, меня было видно. Били как долбоёба. 2 минуты у меня. Не, не. ТД в боте надо собрать. И в топе ещё какая-то активная. Ульта у меня уже будет, когда они дойдут. А мы не сломали разве здесь вард? У него рефреш, что ли, на дизаптере или чё? Мы ломали всё вроде. Да, не знаю, нет, у него просто отказился ультимейт и всё. Всё. Короче, я вообще на трон встал просто. Да. Башка, ты не хочешь ко мне? Может, даже машину убьём? Если стопочка. Без стопа не надо. Парни, умрите сейчас. Надо стороны модно. Ну, штром бывает. Нет, это две. Вы можете задефать легко, на самом деле. Просто откидывать скиллами. Я полечу, буду спамить, да. Масс бэбэка нет, ему нельзя умирать вообще. У них шадов демона нету здесь. Он не может оказаться, если он тролла так не купит. Ну, вообще, если он диск. На шейку на Рубике секунд 5 будет длиться, правильно? Не поставьте, спрошу. Иллюзия. А, так вы можете его убить еще даже. Проебался, обосрался. Саня умрет. У меня все нормально. Нормально. У меня есть бэбэк. Хорошо. Я могу пока нажиться. Два героя умерла. Все, хрен, они без бэбэк. Поймайте, в будущее. Оставьте его. Я бегу. У меня будет Саня, я продлю. Бля. У меня будет диск. А, я подниму его. Давай. На меня. Все, башка. Все, ну. Сейчас пробью. Хуёво ему. Помогите Руби, поехали. Есть штурсайт? Где поднять? Я даже не вижу, куда ты кинул. Второй не нажмёт. Он умер. Я бегу с гемом, я бегу с гемом. Сука. СД, обосрался. И башка тебя просто. Хорошо. Кстати, мог бы нажать, но я уже устал на самом деле, пиздец. Да, без линзы вообще нереально здесь играть, просто я такой ебон. Сори, парни, на Уминате 3 игры, наверное. Поэтому заранее извиняюсь. Активные 2 бронзы. Чё, погнали? О, у нас охуенные руны на ДП, парни. Чё, бомбит. Попал. У меня один сендер остался. Я ебану его прямо под этот. Парни, я настолько устал, что дабл клик. Ну, бэйбэк. Ну, я тебе без бэйбэка, да, пацаны? Я думаю, да. Смотрите, я в инвизии, я в инвизии. Рапел, да, вообще, да, я прыгну. Парень, смотри, это дерево, парень, гоу, я поднял его. Я на кентавре. Ага. Че, МК можем просто? Да. МК, помочь. Где МК? На дереве. Ростик, хуярь. Нормально. Поднимешь? Да. Нихуя. Давай. Бить её нахуй. Она будет на вокальной форме. Ой, блядь. Нет. Да. Ладно, до завтра. Ничего не хочу сказать, но тролль был пиздец не самым лучшим выбором в целом. Тяжело в этом герое играть. Вы слишком сильно ебут. Ну так скажу, если бы я купил Соринг, мы бы эту игру... Я с тобой вообще не согласен. Да? Ну, не знаю, мне кажется, она тяжело. Ну, во-первых, сейчас второй играет вообще по-другому, ему Макси третий играет через Малышторм. Да, я знаю, но я хотел... Во-вторых, ты форсишь и себя, и свою команду, типа, своего Марса, который так все плохо дефит топ, хотя ты вообще не должен там быть. Потом ты идешь вниз, так же умираешь, говоришь, почему я здесь, когда ты должен фармить треугольник, который не профармливается. При любой черединке команде, если треугольник хотя бы в одну, хотя бы раз... И профармлен был за минуту, значит команда сразу ебище.
а ты на троллении фармишь треугольник. Против дизраптора там куча вещей, что ты не должен быть. Хоть и Илюха жестко говорит, но он правильно говорит. Одна ошибка, она ведет последствия. Кстати, если бы я взял Суринг, у меня бы было бы БКБ. Бля, опять не просой Суринг. Не, у меня было бы БКБ в драке на топе. Понял?